На черговому засіданні Федерації боксу Одеської області було обрано нового віце-президента структури. До керівного складу федерації увійшов голова первинної профспілкової організації Одеської юридичної академії Валентин Федоров. Керівництво федерації змістовно пояснило свій вибір. Новий віце-президент представляє заклад вищої освіти, який має славетні традиції в спорті, зокрема в боксі. Юридична академія і її президент Сергій Ківалов надають боксу величезну підтримку. Конечно, это все возможно только благодаря сплоченной командной работе. И Национальный университет Одесской юридической академии, Международный гуманитарный университет уже давно стали площадками проведения огромного количества спортивных мероприятий по боксу, по различным другим видам спорта. И лично президент наших университетов Сергей Васильевич Кивалов вкладывает огромные средства, усилия для того, чтобы Одесса, именно Одесса, стала центром и спортивной столицей нашей страны. И, конечно, большое спасибо команде Одесской областной федерации бокса, президенту Халиду Мусаеву, президенту наших университетов Сергею Васильевичу Кивалову за то, что мы сегодня имеем возможность реализовываться лично и, конечно, реализовывать тот потенциал, который заложен в наших боксеров, заложен в наш город и заложен в наших университетах. На базі спортивного комплексу Одеської юридичної академії і Міжнародного гуманітарного університету щороку проводяться міжнародні та всеукраїнські боксерські змагання. Зокрема, навесні міжнародний турнір пам'яті Бориса Литвака, влітку традиційним став міжнародний турнір класу А пам'яті Семена Трестіна, а восени – змагання серед боксерів на честь Романа Песіна. Сергій Васильович Ківалов регулярно посещает наши спортивные мероприятия и турнир Литвака. И он лично посещал, и в прошлом году мы проводили чемпионат Украины среди юниоров, где лично он присутствовал на финальных поединках, награждал спортсменов и душой проникся к нашему прекрасному виду спорта. И все мы знаем о том, что Сергей Васильевич также является боксером и долгое время тренировался, и поэтому душа его всегда с нашим прекрасным видом спорта. У обласної федерації боксу, незважаючи на всі складнощі, пов'язані з карантином, амбітні плани на 2020-й. Одеські боксери на перших позиціях в національній збірній. Потрібно створювати умови для того, щоб не втрачати цих позицій. І сьогодні Одеська юридична академія допомагає створювати такі умови. В течение месяца на базе Национального университета Одесской юридической академии будет открыт новый боксерский клуб «Академия бокса». И это именно будет социальный проект, куда смогут молодые люди приходить, абсолютно бесплатно заниматься и практически реализовывать свой потенциал для того, чтобы представлять нашу область, возможно, страну. То есть это будет такой, знаете, серьезный отсев, серьезный отбор. Это будут социальные, большие социальные группы, где лучшие тренера на сегодня смогут заниматься. И самое главное, мы таким образом заберем детей с улиц, не дадим возможность идти не в том направлении, а дадим возможность детям реализовываться в сфере спорта, а возможно они захотят поступить и в наши университеты и реализоваться в сфере науки. И знаете, вот этот симбиоз, я думаю, это именно то, что дает сегодня нашей молодежи будущее и нашему городу, и будущее нашей стране. Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет готові допомогти талановитим боксерам і в здобутті вищої освіти та необхідних знань в житті поза спортом. Спортсмени, які прославляють місто та країну, мають отримати всіляку підтримку від суспільства.